Міністр культуры Республики Беларусь Борис Святлоу наведал Гомельщину с рабочим визитом. Ён ознакомился с технологией вытворчасці и продукции открытого акционерного товариства «Речицкий текстиль», а так само сустрелся с працоўным коллективом предприемства. Гаворка ішла об развитии сферы культуры, белорусского кинематографу, сучасной эстрады и национальной мовы. Работники предприемства «Речицкий текстиль», например, цікавіліся планами творчей деятельности киностудии «Беларусьфильм», рентабельностью послуг киновидеопрокату, методами поддержки нашей родной мовы и перспективами развития белорусского шоу-бизнеса. Подчас размовы яны отримали конструктивные отказы на все свои пытания. Так само министр культуры Республики Беларусь Борис Святлоу огучил, неглядячи на то, что год культуры у нашей краине завершился, 2017 будет богаты на цікавыя падзеі. Починаючи от проведения традиционных национальных фестивалей до реализации совместных международных проектов. Одно из ключевых мероприятий, которое тоже состоится еще в первом полугодии, это открытие Белорусского культурного центра в Пекине. Мы сейчас готовимся к этому. Это будет тоже реализация тех указаний, которые мы получили в результате общения глав двух государств, Александра Григорьевича Лукашенко и Си Цзиньпиня, когда в 2015 году происходил этот визит. И вот сейчас мы реализуем его уже на практике путем открытия такого центра.